Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Здоров'я – неоцінений скарб, і саме від того, як ми будемо до нього ставитись, залежатиме якість нашого життя. У Всесвітній день здоров'я спілкуємося з Юрієм Карягіним, завідувачем відділом організаційної роботи та планування комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров'я». Пане Юрію, раді вас бачити, добрий день. Отож, всі, мабуть, люди хочуть бути здоровими, так, без виключення. І від того, яке буде наше здоров'я, залежить усе наше життя. Отож, чи можливо взагалі не хворіти, і чи є такий засіб, який нам у цьому допоможе? Вначале я хочу напомнить нашим телезрителям о том, что День здоровья приурочен к созданию, вернее, к принятию устава Всемирной организации здравоохранения. С этого началась эта дата. И мы ее ежегодно отмечаем в первых числах апреля. Ну, а на ваш вопрос, возможно ли быть совершенно здоровым, я думаю, что мы не будем настолько оптимистичны. Можно быть здоровым, меньше болеть, это, наверное, было бы реально. Ну, а как не болеть и почему, и что для этого нужно? Для этого, собственно говоря, ученые уже неоднократно, и в том числе и наши, ответили, может быть, частично, но во всяком случае ответили на этот вопрос. Особенно, что касается так называемых неинфекционных заболеваний. Мы условно болеем инфекционными и неинфекционными заболеваниями. И вот многочисленные исследования, в частности, последние были проведены в 2019 году, кстати, опять же, при содействии Всемирной организации здравоохранения, его Европейского бюро, показали, что у нас, у украинцев, есть много проблем, связанных со здоровьем, и они обусловлены в основном нашим поведением. И это обусловлено, конечно, есть еще и другие факторы, там и социальные, безусловно, мы их не можем выбросить, и окружающая среда серьезно оказывает влияние, но в значительной степени это примерно... Ученые так оценивают около 50, а в некоторых случаях и более процентов, обусловлено тем, что мы себя неправильно ведем. А что это означает? Поведенка в чем неправильно? Да. Если мы возьмем группу неинфекционных заболеваний, а это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, заболевания респираторной системы, они обусловлены так называемыми факторами риска. А факторы риска – это такие состояния или такие ситуации, которые не обязательно могут приводить к развитию заболевания, но создают серьезнейшие предпосылки к их развитию. Ну, вот часто мы можем услышать такую фразу там, «Ди там полы до старости, ничего у него не было». Да, такие единичные случаи бывают. И действительно, некоторые люди, скажем, даже если он курит или какие-то другие у него есть проблемы, может там прожить энное количество лет. Жив бы больше. Да. А ученые в этом случае говорят, пожалуйста, делайте, но риски и очень и очень высокие. И вот для вот этой группы неинфекционных заболеваний выделяются или, вернее, определены 4 самых серьезных фактора риска. Это курение, это нездоровое питание, это низкая физическая активность и злоупотребление алкоголя. Вот на фоне вот этих вот неправильного такого поведения, связанных с этими 4 факторами риска, может быть, разовьется какое-либо из заболеваний. Или те же какое-то сердечно-сосудистое, может, онкологическое, может, диабет, может, заболевание респираторной системы, а может, их комбинация. Мы этого не знаем. Во всяком случае, они создают очень и очень-очень высокие риски. Собственно говоря, вот отсюда уже практически проистекает рецепт того, как быть здоровым и как не болеть. Так, и нервуемся. Теж? Безусловно, это пятый фактор, и он не так давно его взяли, начали брать во внимание. Безусловно, это тоже серьезное заболевание, серьезная группа заболеваний, психические заболевания или расстройства нервной системы. Конечно же, мы этого не учитывать не можем в нашем тревожном, таком бурном мире. Конечно, это оказывает влияние на развитие неинфекционных заболеваний. COVID, так, зараз усі охоплені страшною пандемічною ситуацією, ситуацією в усьому світі, і от в Україні зараз тим більше постає питання щеплень і взагалі ставлень до ковіду. З вашої точки зору, як ви дивитесь на це питання взагалі? Чи потрібно зараз, чи не потрібно? Кому та як робити ці щеплення? Якщо ми зв'яжемо от то, о чому ми почали говорити, неінфекційні заболівання і ковід-інфекцію, то оказывается, что вот люди с этими хроническими заболеваниями в большей степени подвержены и риску развития заболеваний, реинфицирования, и самое главное, более тяжелому течению ковидной инфекции.
Вот в частности, недавно были обнародованы исследования, в которых показали, что, скажем, люди с гипертонической болезнью имеют риск более тяжелого течения ковидной инфекции примерно в 3 раза больше, а смертельных исходов практически 2,6 раза. Схожая статистика и для больных с избыточной массой тела, с сахарным диабетом. Поэтому, конечно, эти две инфекции, эти два процесса весьма связаны. И вот люди с такими хроническими заболеваниями, они в том числе вот по этой дорожной карте, как обозначило Министерство здравоохранения, относятся к одной из приоритетных групп. То есть первоначально мы призвали вакцинироваться людей критического риска, то есть медицинских работников, которые оказывают помощь ковидным больным, люди, находящиеся, и, да, не будем углубляться особенно, первый этап так называемой вакцинации. А вот люди с хроническими заболеваниями, это тоже приоритет на одном из этапов вакцинации, то есть на последующих, на третьем и так далее этапах, на четвертом. И, конечно же, исходя из того, что я сказал, что более тяжелое течение, конечно же, есть необходимость себя каким-то образом защитить от этого заболевания. Есть два пути. Можно переболеть, попробовать переболеть, выработать иммунитет, но исход заболевания мы не знаем. И мы уже сказали, что риски очень высокие, неблагоприятного течения и, к сожалению, смертельных исходов. Или второй вариант, более цивилизованный, который испытан у нас уже столетиями, это вакцинироваться. Да, сегодня есть серьезные опасения в отношении вакцин, но опасения у кого возникают? Возникают у тех людей, которые черпают информацию из недостоверных источников. Здесь должны непременно свое слово говорить профессионалы. Поэтому я исключительно всех призываю вакцинироваться. Конечно, если у кого-то есть сомнения, для этого есть семейный доктор. Есть другие места, где можно проконсультироваться и спросить, есть ли у меня противопоказания, что мне, можно ли мне это делать, нельзя ли это мне делать. Но единственный на сегодня реальный путь, в частности, людей с хроническими заболеваниями, защитить себя от неблагоприятных последствий – это вакцинироваться. Все одно люди, які проводять вакцинування, так, які вже вакцинувались, вони можуть захворіти, так? Чи не буде тут теж ризику, тим більше навесні організм ослаблений, і люди, які страждають вже, і вони можуть додати ще собі цього? Во всяком случае, мы ни одно руководство, ни одни рекомендации не дают нам такой совет, чтобы мы проводили какую-то оценку иммунитета накануне вакцинации. Угу. То есть вакцинироваться, безусловно, необходимо. Ну и даже если у человека произойдет инфицирование, то есть такие случаи тоже возможны, или повторного заболевания, они протекают намного легче, и риски, связанные со здоровьем, значительно снижаются в этом случае. Понятно, что ни одна вакцина никогда в мире не защищала ни от одного заболевания на 100%. Конечно, возможны случаи заболевания, но в любом случае, особенно что касается ковидной инфекции, течение заболевания намного легче. Простой пример, то, что на виду. Наш главный санитарный врач Виктор Лешко переболел ковидной инфекцией, как он заявил, по-моему, на 12-й день после вакцинации. Мы видели его регулярно на экранах телевизоров, мы видели его в конференциях. То есть человек практически осуществлял обычный нормальный ритм жизни. Конечно, были там какие-то, наверное, определенные симптомы заболевания, но во всяком случае оно протекало намного легче. Никто же не знает, как было бы, если бы людина захворела, безусловно. Так, ну, насправді. Ну, взагалі серьезна така вірусна інфекція, так, з якою взагалі неможливо що-небудь прогнозувати на сьогоднішній день. Взагалі в Україні смертність зараз перевищує народжуваність. Пов'язано це з тим, що люди хворіють, от на ваш погляд? Чи взагалі ми можемо сьогодні прив'язати ось ці дані до Всесвітнього дня здоров'я? Да, действительно, на протяжении практически последних десятилетий, можно сказать, всех лет независимости Украины, мы
теряем наше население. И сегодня эти темпы соотношения умерших к родившимся примерно 100 на 48 на 38 по итогам 2020 года. Эти цифры примерно таковы. То есть наше население постоянно убывает. Безусловно, здесь есть процесс естественного старения, то есть естественной убыли. У нас достаточно возрастное население, где-то около 24-20% людей уже старшего возраста. Но следует обратить внимание на то, что средняя продолжительность жизни у нас ниже, чем, скажем, в европейских странах. И плюс неинфекционные так называемые заболевания, о которых мы уже с вами поговорили. И вот если мы возьмем цифры за 2020 год, то 341 тысяча людей мы потеряли в 2020 году. И если мы возьмем цифру, то есть так называемое бремя неинфекционных заболеваний, то есть это более 80% этих смертей было связано вот с этими сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. И если мы на другую чашу весов положим, скажем, количество смертей от ковидной инфекции, на сегодня это чуть больше 30 тысяч, вернее, так нельзя говорить, больше 30 тысяч, то мы видим, каково соотношение. Конечно, ковидная инфекция теперь добавит в эту копилку смертности и свою долю, безусловно, но соотношение вот неинфекционных и инфекционных заболеваний, оно достаточно серьезно, и нам никогда об этом не надо забывать. Конечно же, сейчас, еще раз говорю, ковидная инфекция, она создает очень-очень неблагоприятный фон. Пане Юрію, ось вже ми на сьогоднішній день розуміємо статистику, бачимо, що вона невтішна. Чи можна щось виправити, на ваш погляд? Ну, якщо, наприклад, ми приберемо ті звички шкідливі, про які ми говорили, можливо, для когось це взагалі послужить фактором задуматись, замислитись і щось зробити в своєму житті. Можливо, потрібно переглянути харчування, можливо, треба більше бути на свіжому повітрі, не знаю, там, займатися спортом. Всі звички прибрати з свого життя, і тоді, можливо, ми там років 10 собі ще додамо. Як ви думаєте? Вы знаете, тут надо, мне кажется, преодолеть и прежде всего внутреннюю какое-то внутреннее сопротивление или внутреннюю инерцию. Когда-то было хорошее выражение: в аптеке здоровье не купишь. И вот как раз с этой меркой надо подходить к своему собственному здоровью. Конечно, есть рецепты. Кому-то надо что-то менять в питании, а менять в питании нужно практически нам всем. Надо посмотреть на уровень своей физической активности. Кстати, опросы показали, что как раз-таки украинцы в большей степени начали уделять в этом аспекте внимание своему здоровью. Но 50% украинцев, особенно, извините, 50% украинских мужчин и около 30% женщин продолжают курить, злоупотребляют алкоголем, соли мы едим. 12,6, как показал опрос грамма, при рекомендуемых Всемирной организации здравоохранения не более 5 грамм в сутки. Вот основанность, то есть надо каждому обратить на себя внимание, и где лежит основа его нездоровья. Или если самому нет времени на это посмотреть, или не хватает, так сказать, компетенции, обратиться к своему семейному врачу. Рецепты есть, можно что-то исправлять. И это, кстати, намного будет проще, даже и менее напряженно для личного бюджета, и, безусловно, доставит удовольствие человеку от ощущения так. здоровья. До речи, людина здорова, она задоволена життям. І це перший показник, на який треба звертати увагу. Конечно. Якщо ми будемо хворі, особливо якщо будемо мати хронічні захворювання, це взагалі людину з'їдає, це людину просто знешкоджує. І за деякий час, коли якщо нічого не робити, то просто стається, ну, то те лихо, яке взагалі не хотілося б про нього навіть говорити. А пане Юрію, а от з приводу діагностики взагалі свого здоров'я, от багато лікарів, от нас тут приходили до нашої студії лікарі з різних проблем, так, які займаються абсолютно різними там питаннями, так, і вони всі говорять, що мало людей взагалі слідкують за своїм здоров'ям. Тобто от той один день на рік вони не виділяють для того, щоб перевірити, хоча б здати аналізи. Звичайні, хоча б просто подивитися, в якому стані ви знаходитесь, так, чи у вас в нормі нервова система, чи там аналіз крові, ну і всі інші аналізи у вас в порядку. Так, цього немає. От як ви думаєте, що треба змінити в першу чергу, аби люди хоча б могли контролювати стан свого здоров'я?
Всемирная организация здравоохранения всегда к каждому дню здоровья формирует определенные призывы. Вот в частности, последний призыв звучал так, что давайте преодолеем неравенство в отношении здоровья. Вот чтобы преодолеть неравенство в отношении здоровья, существует одна такая, я бы ее назвал даже демократичная система, это система первичной медико-санитарной помощи. Есть семейный врач, есть основа, к кому обратиться. Понятно, сейчас бывают проблемы обратиться, заняты врачи с ковидной инфекцией, но это рано или поздно пройдет. И тогда надо с чего-то начинать. Лучшего советчика, то есть лучшего человека, который бы знал твое здоровье, вряд ли можно найти. Ко мне часто обращаются мои знакомые, вот как попасть к такому-то специалисту? Начинаю задавать наводящий вопрос. А чем человек болел, а какие у него еще там другие есть состояния, а где он вообще, что принимал, какие лекарства. В итоге мы всегда приходим к одной простой мысли. А куда мне обратиться, чтобы это узнать? Начни сначала, начни с того, где человек-то будет заниматься и будет тебя знать. Семейный врач. Потому что бегать по специалистам, это, скорее всего, потеряешь то здоровье, которое даже есть. Или будешь как разорванная книга, никто эти страницы в кучку не соберет. Семейный врач поможет это сделать, с этого надо начинать. А дальше будет видно, в каком направлении двигаться, если в этом есть необходимость. Во всяком случае, профилактика всегда намного дешевле и проще. И эти все вопросы можно согласовать, в том числе и осуществлять динамическое наблюдение. Скажем, элементарно, тоже забежать. Померить артериальное давление, глюкозу крови и так далее. Вот с этого надо все начинать, чтобы предотвратить те грозные осложнения, которые возможны в результате вот этих неинфекционных заболеваний или инфекционных в том числе, о которых вы сказали. Пане Юрію, ну і наостанок, вже будемо так завершувати нашу програму з вами. Тож, які ваші рекомендації? Вже багато чого прозвучало сьогодні, але все ж хочеться ще раз наголосити, так? Основні пункти, щоб люди зрозуміли, почули для себе, ну і, звичайно, щось робили, діяли. Я дам одну общую рекомендацию. Начните обращать внимание на свое здоровье, потому что всегда это, как правило, индивидуально. Одному можно отказаться, одному нужно отказаться от курения, другому, может быть, надо пересесть на велосипед, кому-то, может быть, надо меньше булочек кушать или потреблять кофе или чай. У каждого это индивидуально. Но для того, чтобы прийти к пониманию того, что надо что-то в своей жизни менять, нужно задуматься о своем здоровье. Начать уважать себя, начать уважать свое здоровье. И дуже, тогда все будет. Дуже мені подобається, як ви сказали, так, повага до себе. Безусловно. Так? Це найперше, з чого треба починати. Я вам дуже дякую, пане Юрію, що прийшли сьогодні у Всесвітній день здоров'я. Ми поговорили з вами і розуміємо, що здоров'я – це найнеоціненніший скарб, який треба берегти, зберігати і щоб показати приклад майбутнім поколінням, щоб вони також звертали увагу на себе і на своє здоров'я. І, звичайно, поважали себе в першу чергу. Тож, дякуємо вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.